Всем доброго текущего времени суток, с вами Архангел Михаил, приветствую вас на моем канале. Это гайд на правильную раскладку паков на пугале. В общем, и также информация о стриме. Пока сижу, рассуждаю, вот были паки. Так. Паков я отстримил где-то, ну, на часов так. В среднем, ну, давайте так, что без преувеличения. Ну, 150 часов я отстримил на паках. 150 часов стрима, это, короче, загруженность процессора, короче. Нужно сидеть там нормально на камере, короче, там. Ну, короче, блин, это запарно. Постоянно там окна, там эти вот всякие открытые, там чат, не чат, за всем следить, там. Ну, короче, более устаешь, нежели когда не стримишь. Еще на стриме иногда вылетает комп. Ну, бывает такое, что 100% там встает. Ну, в общем, вот такая вот инфа. В общем, по куле я не знаю. Стримить, наверное, не буду. Наверное, сейчас в группе ВКонтакте на ту. Вот когда в горку поднимаетесь, кстати, вот. Надо немножко притормаживать. И подтормозишь колеса, в гору передние воткнутся. Вот. Да. Так, что-то у меня бился. Попутный гайд на вождение, короче. Ну да, действительно, подтормаживаешь, так быстрее гору преодолеешь. И подтормозишь, воткнешься туда. Сейчас потом назад тикать. Так. Паки, ага, паки. Ну, что мне это дало? Ну, у меня донат собралось. А я сейчас сколько там бизнес? 128 рублей. Такая вот циферка. Ну, куда пошел донат? Донат пошел на концентрат. Пошел донат, да. И два жетона. Я еще вот этой дряни под акции накупил. 600. Ну вот эти вот 700, это как вот за 140 рублей. Думаю, очень дешево. Но потом подорожает, как бы пусть лежит. То можешь сам поменяю винишку. Ну ты еще так. Я сначала магом буду играть, потом лучником, как бы. Вот. Такс. Я там пищу. Короче. Гайд раскладывание пак. Я вам покажу два способа. Сейчас только доедем. Так, еще что еще? Что? Вот смотрите, как я могу подсказать. Занятие, когда едешь. Чекаешь иногда. Люди ошибаются и. Не ошибаются, срочно продают. Действительно, да, бывает нужно, допустим, 50 голд срочно. Вообще, срочно, любой ценой, иначе 50 голд. Продаж 300 коресов. То есть люди выставляют специально, чтобы было плюс 50 голд. Чтобы, может, какой-то лот такой выкупить дорогой. Видите, в гору впивается иногда. Так вот. Это такой спецэффект, трактор показывает, что иногда, короче, прыгает. Решил я, короче, оставить, допустим, вы видите, вот, впилось. Ну, про стримы. Наверное, буду стрим делать какой-нибудь выходной. Так. Ну, я заранее буду писать, какой день буду делать стрим. Что бишь. Что-то придумаю такое, чтобы поболтать там, короче, на стриме. Поотвечать на вопросы.
Я оставлю инфу в группе ВКонтакте. Новости оставлю и все. Вот опять вбахался в какую-то фигню. Вот через эту вот она едет. А вот через камень иногда не приезжает. А, там от этапа строительства что-ли зависит. Вот тут вообще все заткнуто. Я как бы тут пугало за 555 нормально я продал. А потом замаскированных по консоциомат, короче, сделал. И на том же месте, прикиньте, там просто пугало для того, чтобы было пугало. Покупили. Вот. Сколько там процентов? Ну, раз у меня есть пугало, блин, ну... Сейчас 116, я помню. Сейчас 116. А, ну кнопочку R тоже прожимать надо, не забывайте. Обязательно. В общем, сейчас будет вам первый, вернее, это второй способ. Думаю, что он действительно второй, потому что он редко кем используется, но так не ставят. В общем, смысл в том, чтобы нужно вот так вот отойти назад. Я им вообще недавно, короче, начал пользоваться. Ну, короче, не получается всегда ставить. Видите, этот баг зашел на этот, но не зашел на тот. То есть не идеально поставил. То есть идеально это когда этот баг заходит кружком вот на этот и на тот. Вот так как мне все равно. Я все равно по 11 ряд пихаю и не парюсь. Так если упороться, можно и 12 ряд пихать. Посмотрите, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, чего, блин? 4, 5, 6. 8, 9, 10, 12 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я просто 12 штук поставил, не думая о том, что я тут 12 поставил. Прикольно получилось. Кстати, вот с такой стороны можно подходить. Но этот способ, он посложнее. Я вам более простой способ покажу. Он действительно посложнее. Видите, как сейчас стал? Не совсем по диагонали, а как-то вот так, чтобы он бахнул сюда. Получилось. Да, вот на тот зашел. Угу. На тот зашел и на этот зашел. Вот так, как видите, тут где-то корявенько стоит. То есть, смотрите, вот это вот расстояние и вот это, да? Разница есть. У чувака вообще, смотрите, как он ставит. Надо нажимать глазик. То есть мне не значит, что я долго ставлю, просто показываю. Я, может, давно все поставил, короче. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой у него сюда тоже бахается. Ну и какие-то, короче, оградки, я не знаю, ой. Гемор, короче, этими оградками. Тут у него там захода два. Я не знаю, что пост там мутит. Ну у него капец вообще, ну смотрите. Вот. Видите, тут у меня тоже некрасиво. Но я не показную же витрину ставлю. Вот так бахнул. Более-менее их пойдет. Когда так получилось, когда ты не идеально, когда ты идеально. То есть, видите, сейчас тут получилось. Оп, получилось со второго раза. Вот этот способ я... Способ я начал использовать вот недавно. Из-за этого я решил гайд написать. То есть, я как бы с той стороны начал, а ты неправильно с той стороны начинать. Я решил, а почему бы не поставать вот так вот персу? И вот так позакидывать паки. Вот, вот смотрите, вот получается. Что мне этот способ все больше и больше нравится ставить. Мне кажется, я опять 12 паков поставлю. Чё-то, блин, как-то я не понял, блин, да как так у меня получилось. Снова 12, что ли? Блин, точно 12, что? Да. Вот, блин, подожди. Да, 3 осталось в тракторе, значит, следовательно, там. 24. Да. 27, это 3 трактора. Блин. Короче, сейчас я вам покажу второй способ. Первый, это когда ты начинаешь вот с этой стороны заполнять. Вот.
сейчас показал, и получилось на все максимально 12 ряд. Вот. Сейчас будет способ, которым я пользовался изначально. То бишь, смотрите, вы встаете где-то примерно вот так вот. Так вот даже. Бахайте. Смотрим. Большая часть пака, даже можно еще ближе было сюда поставить, но не суть. То есть, смотрите, он большая часть пака здесь стоит. То есть его нельзя забрать. Там была бы надпись, можно забрать. Но можно. Блин, вот эти вот деревья, они бесят, конечно. Но можно, смотрите, еще подальше стать, попробовать. То есть вот так где-то вот. Деревья бесят. И вот так попробовать бахнуть. Можно забрать. Делаем два шага вперед. Ставим. Можно забрать. Шаг вперед. Короче, вот так надо играть с расстоянием. Сейчас тут тоже можно забрать. Однажды эту атаку бахать. Ну, как в тот раз получилось. Ну ладно. На это долго не надо времени тратить. Лучше 11 ряд поставить, чем 12, и очень много. Это я сейчас просто в гайде показываю. На деле оно не так скидываться долго, иначе вы не успеете много кодов сделать. Это просто уже последний, и там, смотрите, уже война, как бы, все уже. Забейте. Вот, короче, тут попроще. Видим, короче, вот тут вот такую уст вставляется там что-то такое из пака, короче. Железный какой-то кол, блин, не знаю. Просто вот так встаете. Если не получилось, повернули вот сюда. Вот сюда вот он залез, на тот пак. А, вроде тоже залез. Вот, смотрите, главное, чтобы кружок на кружок было. Можно поближе ставить. То есть можно как-то вот так вот ставить, вот сюда повернуть. На фапы, видишь, поближе получилось. То есть такой способ. Такс. Опять так же стоим где-то 4 примерно, этот самый угол будет. И вот сюда бахнем, все. Сюда зашло, сюда зашло. Вот вы сначала будете 11, у вас 12 не получится, как у меня сначала. Это редко когда получается 12. У меня самого не знаю, там с какой попытки это начало получаться. А 11 получилось, все, забейте. Потом будет 12 получаться. 11 запарно делать. Вот. Так, сейчас нужно розовый тпшиться. Ну так, в общем, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии под видео, подписывайтесь в группу ВКонтакте, заходите на Twitch, там тоже можете подписаться, я буду стримить героические сады. Вот. В общем, то, что я хотел сказать в этом видео, я вам сказал. Также говорю, что хайповая неадекватность у меня закончена. У меня не хватает вообще. Меня потом долго мандражит от всего этого. Я потом просто вообще не могу нормально, блин. Это кошмар какой-то просто. Я нормально буду сейчас себя вести. Сегодня АО пытался блочить. Я как-то на него забил. Вот. Сейчас на двеночка заведу. Спасибо, чё. Услышимся, увидимся. Инфа будет о стриме. Вот. Ну давайте, удачки.